На сегодняшний день обстановка в транспортном госпитале достаточно серьезная. Пациентов много, больше половины пациентов в тяжелом состоянии поступают ввиду того, что пациент начинает лечиться дома самостоятельно. 5-7 дней, а то и 10 дней, то есть лечится дома, не начинает задыхаться, уже приезжает к нам. У нас все палаты практически снабжены кислородными точками. Там стоят увлажнители кислородные, пациент. Неважно, какой тяжести, средний, тяжелый, они получают кислород при помощи обычной кислородной маски. И есть реанимация. Там уже есть неинвазивная ИВЛ, то есть плотная маска, и инвазивная ИВЛ. Работать тяжело. В сравнении, конечно, с началом, с апреля, мая, июня, сейчас нагрузка достаточно большая, потому что очень много пациентов. Мы усилили все посты. COVID-инфекция приводит к очень грозным осложнениям. Это повышенное тромбообразование. Сначала в легочной ткани, то есть в легких, а затем в сердечной и так далее, и так далее. То есть кровь сворачивается, и человек погибает от осложнений. Люди недооценивают эту ситуацию. Человек может быть умер от инфаркта, от инсульта. На самом деле, к этому может привести именно ковидная инфекция. Что я порекомендовал? Максимально самоизолироваться. Если выходим на работу или там, в магазин там, по каким-то нуждам, носить элементарно маску. Маску менять желательно каждые 2-3 часа и надевать перчатки.